Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Еще раз всем привет, сорвался эфир у вас. Мы продолжаем нашу рубрику «Говори, говори». И почему же ты молчишь? Так. О. Соединяем. Еще. Выйди сами на связь. Я не сюк. Вас что, двое, что ли? Да. Вы рядом? Вы, братья. Я надеюсь, вы не пара. Мы братья. Братья. С какого города вы? Третий раз мне уже с тобой везет поговорить. Ну, ты видишь как. Из какого ты города третий раз? Саров. А, из Городской области. Супер. Актер, да? Да. Маслов. Все верно. Кличка. Ну что, Маслов? Да. Скажи, в тебе в детстве у тебя кличка была Масло. Называли тебя Масло? Масол. Не, Масло лучше. Здорово, Масло. Ну, да нет, такой не было. Буду теперь тебе говорить. Здорово, Масло, привет. Покажи. Братишку, Тяж. Покажи своего. А ты чем занимаешься, бездарь? Я учусь на техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Ну, какую ты машину уже сам починил? Или только учишься? Пока не могу, я первый курс, пока у меня практики нет. А ты это сам выбрал или так родители сказали? Ну, определись уже, кем ты хочешь быть. Нет, сам выбрал. Они тебе сказали, только не вздумай быть как братишка, да? В кукольный театр не ходить. Да. Да? Да. Ну скажи, в семье вообще над Маслом шутят, травят его, что он там в кукольном театре? Да нет. Спокойно к этому относится. Мы его, кстати, не особо едим. Кого? Сами себя? Масло. Ладно, передай привет. Может, пригласить кого-то в гости к себе. А Саров закрытый город. Так ты открой. Не получит. Ну, тогда вам нужен побег из этого закрытого замка. У вас там как голодные игры. Так мы, да? Побег из Сарова. Да. Ладно, все тогда. Счастливо, хорошего вам отдыха. Давай, удачи. Давай. Да елки-палки. Третий раз мы попадаем на Масло. Смотрим дальше, кто у нас в эфире. Оу, кто там на связи сейчас будет у нас? Происходит соединение. Михалыч, ура, выиграл. Shining, baby, shining. Я тоже качаюсь. Понял? Ты что, ты решил капусту заквасить? Я качаюсь.
Качаю. Братан, к рту это не подноси, плохой знак, брат. Я знаю. Вот так, главное вот так не подноси, понял? Что? У меня есть. Show me. Секунду. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Ты что, курнул, что ли, а? Тебя заманили в какую-то хатку, что ли? Я просто всегда мечтал это сделать, слышишь? Что, брат, зажечь бенгальку? Ну, сказать эти слова. Ран, Вася, ран? Да. Братан, ты прикинь, это я просто вообще стою на месте, это я просто имитирую, как будто я хожу, понял? Качаю вправо-лево. У тебя плохая связь. Говорю, Митя за тебя бежит, братан. Ты что, решил с утра поднакидать мне, что ли? А, Поросюля, ты чё? Я просто соскучился. Ты чё, шар с арахисом, ты чё? Не, на самом деле я рад. Чё нового, скажи? Я ничего, проснулся, вот прихожу сюда. Я болею, трахан, понял? Погода не ладна. А ещё караоке, слышишь? У меня есть районное караоке. Слышишь, ты болеешь от какой-то мрачнюхи, подхватил насморк, что ли? У меня есть районная караоке. Хала. Передаю это тебе, Михаил. Я узнал все стариками практикуюсь. Старик, скажи, пожалуйста, вот интересно мне и моим зрителям, интересно, вот какая должна быть чумозерка, чтобы вот ты на нее запал? Какая она должна быть? Что она должна уметь? Хорошо шпильвили или ням-ням готовить? Что важнее для тебя? Ты знаешь, я однажды встретился с подругой, это было 1 января на свой день рождения. И она, короче, выходит с маршрутки такая, с полупустой бутылкой шампанского. И она, короче, идет, потыкается и падает. И такая, ну, и с нее девочки начинают ржать, и она такая встает, рты закрыли кобылы. Вот после этого я в нее влюбился. Серьезно. Вот если тетя у тебя будет, если тетя она готовить не будет, канает она? А я сам хорошо готовлю. Ты что, каблук, что ли? Не, я просто... Каблук? Я просто где-то сам. Старик, давайте грустные истории про гетто хаус оставь, это самое. Кому-нибудь другому. Я тоже. Братан, я тоже, чтоб понял. Ну, что-то ты с утра за какие-то фаллические штуки хватаешься. Я меня пугаю, что какая-то банка, штырь какой-то стоит. Что у тебя там за садомаза хаза у тебя? Хаза садомаза. Да это не банка, это районная гантеля. Это районная гантеля была. Братан, вы там аккуратнее играете с этими железными штучками, смотри. Ладно, я вот просто цветы поливаю, понял? Букет. Покажи хоть, что, ты в Киеве сейчас? Букет тебе поставил на районе. Я в Киеве, я сейчас покажу. Покажи, что за окошком. То скучаю за Киевом, покажи хоть, что за окошком. Смотри, Михалыч, вот, чик. И ты, скотина толстая, еще говоришь про какое-то гетто. Ты в таком люксе живешь, люк. Да в смысле, это построили. What's up, пацаны, тут баста привет передается. Алла Штрита! Ты посмотри, дядя, ты же вон гетто сплошное. Это просто поле поставили. Подожди, вообще я тебе супер. Сейчас вторую. Я тебе сейчас второе покажу. Вот тут беда печаль. Вот тут беда печаль. Я еще всем отвечаю, подожди. Посмотри. Ничего себе, аучи чигага. Тебе надо, слышишь, тебе надо просто снять видео про то, как будто ты маньяк.
Горбуша, знаешь, такого назвать? Кто бачу, ты горбуша? И ты должен ходить по лесу просто из-за деревьев выглядывать. Кто бачу, ты горбуша? У нас, кстати, там залив, мы раньше детские на льдинке туда ходили. Что делать? А еще на льдины туда ходили кататься. А потом его, короче, болото засыпали и построили Ашан. Лошан? Ашан построили. Засыпали болото, построили Ашан. Ну и что ты, вот скажи, вот ты проснулся, вот ты что делать вообще собираешься сейчас? Делать так, чтобы не прожить этот день зря. А, пойду поем. Что будешь сниму есть? Какой-то видос. У меня в холодильнике сними про маньячка. Гречка с овощами. Братик, сними про маньяка что-нибудь. Как будто ты районный маньяк, дядя Сережа. Как будто ты районный маньяк, дядя Сережа. Все, установку принял. Установку принял. Не, ну смотри, ну, давай так приколимся просто. Что это такой маньяк, который... Он сам понимает, что он маньяк, и над собой он издевается еще. Как Декстер. Чтоб ты говорил, пойдем в самый темный угол нашего двора, я тебе насыплю конфеток, заебешься сосать. У меня был уже такой видос, самый хитрый педофил в мире. Эй, мальчик, иди сюда. И он такой, да, слышишь, не пойду, я тебе хоть бы конфеток предложил. Не, и вот так, кто прячется в однокомнатной квартире от дяди Сережи, где-то на окраине? Нормально, не, ну слушай, у тебя фантазия тоже хорошая. Старик, конечно, ты чё? Ты же маньяк. Люстра у тебя стоит просто такой пимп. Да, у тебя люстра такая пимповая просто. Это ты что? Это. Я тебе сейчас покажу сильную люстру. Вот. Вот это сильная люстра. Смотри. Вот это вещь. Ты что? Вообще. Кто там? У меня ее наркоманы. У меня, когда ее наркоманы видят, каждый раз пить хотят. Да? Хуску варить. Через такую... Хуску варить. Да, через такую лампочку. Через такую лампочку еще не курили. Через такую лампочку просто просветлеет навсегда сразу. Михалыч, а ты в Москве или где ты? Нет. Я же в отпуске, в Дубае. Вот. В Дубае? На этом у тебя зависло. Ты тоже зависло. Брат, гоняй. Ничего себе. Гоняй. Не, ну ты царек. Ты царек. Ничего унизительнее не звучало. А я царек. А я лысого. А ты королек тогда. Все, брат, слушай, все, я научишь пошел. Меня на гитаре? На гитаре играть? Конечно, брат. Ну все, give the bass. Бери, на трех нижних струнах. На трех нижних струнах бери первые. Все, я установку принял. Я был рад с тобой пообщаться. Брат, рад был видеть, спасибо за юмор и за связь. Обнимаю, брат, взаимно, брат. Взаимно. Давай. Ну как-то вот так. Еще 4 километров разминочных там осталось. Чуть-чуть болтанем с коротушку на кончик. Честно сказать, после последней лютой треньки мышцы так болели, что уже понимаешь, что старый человек, и тем более нужно браться за себя. Все, я вас всех обнимаю.
Баку, привет. Я вас обнимаю. Всем привет. Хорошего дня. Буду дальше заниматься. Вперед. Бегемоты вперед. Che? Ah, perché? Шоу, как дела, ребята? Ебать. Эй. Como nosotros. Como nosotros, por favor. Шоу, как дела, ребята? Gracias, блядь. Эра Карибо. Самый прикол в том, что, короче, этот штрих играл, вот это, что сейчас будет. Он играл Пабло Эскобара в одном фильме, дядя. Шо, как дела? Рассказывайте, беженцы, блядь. Интенда. Думаю, бля, стрим запустить. Пошпилим Fallout или пошпилим God of War? Чао, Терезо. Нихуя сидя, я тебе говорю, бля, приеду нахуй куда-то в Испанию, я уже все совершенно надо знаю, бля. Отвечаю. Это Наркос. Второй сезон. Наркоус. Как дела? Бля. Por favor, Эльчик, братик, как дела? Por favor. Ебать, дядя, тупо мусорыла, бля. Не хочет дядя работать с этими, блядь. Сочный, зуб молочный, блядь. Когда мы... Люди спрашивают, когда мы уже будем писать бэнгер, дядя. У-у-у. У-у-у. А? Хорошо. Бля, на самом деле, испанский охуенный язык, дядя. Отвечаю, я аж захотел его выучить. Отвечаю. Мне кажется, вот испанский, итальянский, это такие эмоциональные языки. Там люди именно мимикой разговаривают, дядя. Знаешь, в чем прикол? Знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что я не понимаю нихуя, что они базарят, но мне кажется, что я понимаю, понял? Я даже субтитры не читал, мне кажется, что я понимаю, что они базарят. Пиздец. Нихуя себе. Она насыпает, дядя. Ебать, она насыпает.